Наверное, каждый выпускник 2020 года, в том числе и мы, выпускники 11 класса 9 школы, представляли свой последний звонок именно так. Но, к сожалению, все пошло не по плану, и мы получили вот это. I'm a Russian quarantine. Несмотря на все обстоятельства, мы не унываем. И в этот прекрасный день нашего последнего звонка, мы хотим поздравить вас, дорогие учителя. Потому что мы знаем, что этот праздник для вас важен, так же, как и для нас. Дорогие наши учителя! Сегодня мы, ученики 11 класса, прощаемся со школой, которая стала для нас вторым домом. Очень тяжело осознавать, что в следующем учебном году мы уже не вступим на порог любимой школы и не увидимся с теми, кто стал нам так дорог и близок. Нам и вправду очень грустно расставаться после стольких лет, проведенных совместно в школе. Всем нам будет очень вас не хватать. Но каждый надеется, что мы встретимся с вами еще не раз. Пока. От будущих дизайнеров. От программистов. От чиновников и домохозяек. От программистов. От врачей. От будущих артистов. От дипломатов. От звукооператоров. От экономистов. И просто хороших и добрых людей. Мы хотим выразить огромную благодарность за ваш труд, за ваше терпение и профессионализм. Все эти годы вы делились с нами бесценными знаниями. И старались сделать обучение для нас не только полезным, но и интересным. Спасибо вам большое, что изо дня в день вы вкладывали частичку себя, делились с нами своей заботой, добротой. Знайте, что вы всегда будете и есть пример для подражания. Также мы хотим сказать спасибо нашей классной руководительнице Марине Владимировне. Вы, как никто другой, поддерживали нас в трудные минуты, помогали поверить в себя и всегда были готовы протянуть руку помощи. Благодарим вас за ваше терпение и индивидуальный подход к каждому из нас. Вы самый лучший учитель-наставник! Мы искренне полюбили вас за эти годы и будем очень сильно по вам скучать. Спасибо вам большое! В завершение хочется поблагодарить всех учителей и сказать вам искреннее спасибо. 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 Желаю вам здоровья, хороших учеников, крепких нервов и безграничного счастья. Пусть каждый новый день преподносит вам приятные сюрпризы и причины для радости. Поздравляем вас с очередным благополучным выпуском и успешным окончанием года. 11 А. Ваш веселый и шумный 11 класс. Мы любим вас, родные ваши лица. Вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если светитесь немножко,
глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили в мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Вам и здоровья, цветов успеха, радости, любви. Учеников веселое сословие мечтает, чтобы вечно жили вы. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах. Озера доброты, учителя.